После взрыва, произошедшего в ноябре в микрорайоне Голованово, администрация города Перми взялась за восстановление дома по Сухумской 6А. Сегодня дом уже полностью готов, возведена коробка и завершена отделка квартир. Качество работ хорошее. Значит, поставлено новое газовое оборудование, поставлены датчики безопасности по газу, что до этого никогда не было. На данный момент это идем ближе к безопасности проживания в собственном доме. Это является большим плюсом. Безопасность будущих квартир и качество работы лично оценил и глава администрации Перми Дмитрий Самойлов. А это поставили газоанализаторы и клапана поставили. Да, электрический клапан. При отключении электроэнергии отключается автоматически газ. Кроме Александра Любимова, председателя совета этого дома и жителей, никто пока не был в своих квартирах. Как говорят власти, для собственников это будет сюрприз. Впрочем, кое-какие тайны раскрывают. Привычную хозяевам планировку квартир удалось сохранить. Квартиры они не видели, они видят только дом, потому что с момента, вот как все это произошло, как разобрали дом и начали строить, они это контролируют. И когда дом вырос, то пошли звонки Редодина: «Соберите нас». Соберите, расскажите, что там. Вот мы им все и рассказываем с ними. Начиная с 3 ноября, мы до сей поры вот все встречаемся с ними. Восстановить дом удалось гораздо быстрее. Согласно графику, только монтаж коробки планировалось завершить в конце мая. Однако на деле в это время рабочие уже приступили к отделке квартир. Впечатления самые радостные, поскольку и уровень отделки, и завершенность отделки. С жильцам можно заезжать. Я хочу напомнить, что мы планировали завершение работ на доме к осени, к сентябрю. Но за счет того, что подрядная организация «Уральская строительная компания» одновременно вела проектирование и разбирала останки вот того дома, который был разрушен в ноябре прошлого года, удалось сократить сроки. И мы планируем, что жильцы вернутся в дом в июле текущего года. Сейчас идет подключение дома к газу. Осталось благоустройство территории, как говорит Дмитрий Самойлов. Еще пару недель, и собственники смогут зайти в свои новые, комфортные, а главное, безопасные квартиры. Татьяна Александрова, Григорий Тимофеев, телекомпания «Ветта».